Итак, меня зовут Ирина Бьорна. А в переводе это означает медвежий остров. Остров медведей. И я написала книгу рассказов, которая называется «Медвежий остров». Это рассказы о природе, о людях. Конечно, о животных, о разных. Вот моя белая сидит, слушает меня. И эта книга вышла в сибирском издательстве, сейчас она есть в Москве и во всех магазинах. Посмотрите, пожалуйста, о чем же эти рассказы. Вы читали Виктора Пелевина? Да, конечно, может, и читали. Нет, я не скажу, ничего сейчас не скажу, в следующий раз. Но «Медвежий остров», видите, это конфеты «Мишка». Косолапы, мои любимые конфеты. Так вот, мои рассказы – это как конфетка Мишка Косолапый. Вы, конечно, знаете такие конфеты. Мы ее открываем. Так вы открываете мои истории. А внутри находится другая конфетка. Видите, раковая шейка. И так можно, как матрешка, открывать мои истории опять, опять, опять. Причем тут Виктор Пелевин? Нет, я все-таки вам не скажу, при чем он тут. Вы сами узнаете. Читайте «Медвежий остров» Ирина Бьорна, 2016 год. Выход в издательстве «Ридейро». До встречи, мои читатели. Хорошего лета. Я плыву на пароходе, солнце село прямо в море. Если ты еще не слышал эту песню, запиши.